Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. На многих факультетах по ряду направлений на 50% закрыты некоторые специальности. На бюджет можно подать до 17 июля, с 18 по 25 внутреннее вступительное испытание, 27 зачисление. На платную форму до 1 августа. За конкурсной ситуацией будущие студенты могут следить на сайтах университетов. В Белстате подсчитали, какие товары и сервисы подорожали за месяц. Больше всего в цене выросли услуги детских садов и путевки в санатории – на 9,7% соответственно. Гостиницы и помощь ветеринаров подросли на 2,5%. Также выросла стоимость ювелирных украшений, овощей и кофе. Резко поднялся прайс картофеля – плюс почти 110%. В Могилевской области возводятся 10 современных молочно-товарных комплексов. Все они должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Бобруйский район пополнится двумя объектами – в агрогородке Михалева-1 и возле агрогородка Телуша. Одна из ферм рассчитана на 600 голов скота. Ориентировочный объем инвестиций – более 200 миллионов рублей. В 83-м полку открылась вторая смена военно-патриотического лагеря «Патриот». Программа разнообразная и насыщенная. В течение 9 дней 25 человек будут обучаться военному делу – медицинской, тактической, строевой и огневой подготовке. В рамках последней ребята научатся собирать и разбирать автомат Калашникова. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 26 июля включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.